Здравствуйте! Представляю вашему вниманию обзор новостей спорта. Амкар определился, с кем будет играть на первом тренировочном сборе в Турции. Запланированы два контрольных матча. 25 января красночерные встретится с румынским клубом Баташани, а 28 числа с македонским Вардаром. Напомню, что тренировки в Турции Амкар начнет 12 января. И еще о футболе. Пять игроков звезды 2005 вызваны в женские сборные России и Украины. Наша национальная команда во второй половине января проведет тренировочный сбор в Испании. Туда отправятся Екатерина Пантюхина, Анастасия Поздеева и Анастасия Сборная также запланировала товарищеские матчи с командами Финляндии, Румынии, Словакии и Голландии. В эти же сроки пройдет сбор у Украины. К участию в нем примут Ирина Зварич и Дарья Апанащенко. Заняли весь пьедестал почета. Речь о прикамских бадминтонистках. Они отличились в Бердске на всероссийском юношеском турнире. В соревнованиях девушек на первом месте оказалась Дарья Каменских, а следом расположились еще две перемячки – Екатерина Тютикова и Екатерина Закирова. У юношей лучшим стал Михаил Карюкин, на втором месте – Егор Суворов. Кроме того, есть успехи в парных состязаниях. В различных сочетаниях наши спортсмены завоевали два золота, серебро и бронзу. На этом у меня все. Ждем развития спортивных событий.